Итак, всем привет, с вами Довгай, мы продолжаем играть за Британию, правыми морями и Европой. Начинается Вторая мировая, шучу, первая, и мы в ней должны принять активное участие. Так что мы делаем фокус, который до этого мы сделать не смогли. Кстати говоря, если вдруг еще не подписаны, ребят, обязательно подписывайтесь. А мы продолжаем, у нас флот готов здесь, подлодочки готовы, все армии готовы, начинаем. Великая война, господи, помилуй нас, и начинается... Самая война из этого отменяется. Господи, как меня здесь бесит глобальные ивенты, они очень громкие. Их нельзя выключить. О, знаете, что я буду делать? Да, я придумал, как мне получить новые слоты. Я буду делать вот так. Мне не нужно столько верфей, очевидно. Поэтому можно просто их снести. На их месте построить нормальные полезные военные заводы. Звучит как хороший план. Бельгия заходит от Танту, начинает Германия и... Люксембург и в Бельгию вторжение. Нам нужно бегом из их войны. Подождите. А, мы-то не против. Мы действительно не против. И наша армия направляется в Бельгию. Пока что мы укрепим, пожалуй. Можем здесь нарисовать? Мы можем. Но мы в войне. На Бельгию войти мы не можем. Да, вот и момент, когда он сломался. Ждем еще месяц. Берегись танка. Это, видимо, про нас, да? Это про нас, я думаю. Потому что наши танки уже действительно готовы, и первая дивизия будет скоро. А у нас снарядный кризис. Допустим, спасительное лицо. И Виндзоров выберем, я думаю, да? Критика, военных заводов больше 63, стоит мир, либо капитулировал. А, да мы легко сейчас достроим, и кризис снарядов не будет. Ой, Америка хочет продавать винтовки. Ну, да, нам не нужно, нас хватает. Сейчас первые морские бои, в основном это за конвои. О, а мне не нужен был фокус, получается. Не, ну это развод на фокус, ладно, значит мы сделали вот этот фокус, если что. И встречаемся мы, кстати говоря, в первой битве с флотом Германии. Стоит сразу нам сделать, наверное, эффективную коммуникацию, да, иначе у нас размещение будет всем грустным. Она все еще грустная, но хотя бы, да, чтобы потопить флот Германии, очевидно, хватит. И наша армия уже бежит, пишет на помощь Бельгии. Добычу мы сейчас еще вот эти две армии, и они тоже пойдут туда же. И там что-то происходит на Кавказе, все еще там продолжается война или что. Но они смогли не договориться. Можно сказать, not funny, либо сражайся за свободу. Я не знаю, я предположу, что первый вариант исторический, потому что мне там не говорят, что происходит и вообще, что, зачем мы это все делаем, как говорится. Можем отправить генерал Нокса в Россию. Давайте попробуем. И что это такое? А кризис флота мы вроде как решили, не знаю. Я даже не увидел о том, что он появился. Но, видимо, появился из-за того, что походу было слишком много кораблей у противников. Не знаю. Нарядов кризис мы скоро закончим. Да, остается лишь вопрос вот этот. Что такое? Это закончить войну типа за 2 месяца? Но такое вряд ли получится. Ну и русские, да, принимают помощь. Отлично. А мы строим в Волонии авиабазу. Одно большое сражение с британским... Британского флота с немецким. Здесь все прекрасно. Здесь как-то эти ребята даже никак не реагируют. Но ничего, мы уже готовы. По боям немцы пробиться не могут. По крайней мере в Бельгии, где наши войска уже есть. Здесь мы пока занимали позиции чуть дальше. Но в принципе можем уже переходить и на самые рубежи. Конечно, здесь стоит мобилизовать еще снабжение. У нас есть на это машинки, даже более чем их достаточно. Так что у всех будут припасы вовремя. А теперь пробуем то, что я хотел попробовать. Бомбардировка Германии. Насколько она вообще удается? Я точно, скорее всего, так, что это такое. А в Константинополе немецкие корабли. Ага. Да. Османам передали немецкие корабли. Было такое. Давайте попробуем побомбить промышленность. Насколько это будет работать? Скорее всего, не очень. Ну... Да. Урон резко прошел. Кстати говоря, тоже бомбят, но мы с этим должны разобраться. Ну да, бомбардировки в основном подвергаются, видите, инфраструктура всякая. Можно вот это тоже переместить вот сюда и продолжать бомбардировки наши. Наша авиация отправляется в Бельгию, давайте посмотрим. Да, при воздухе минус 22. Минус 22% защиты, прорыва, в общем-то. Это то, что нам и нужно. Я думаю, немец никак не пробьется. Мы можем потихоньку сейчас готовить силу для прорыва самого немца. Единственное, нам
Однозначно нужно подзакупить топливо. Маловато. Так, там фронт стабилизируется, а здесь, я и ожидал, мы крайне быстро захватываем все, абсолютно, почти все, абсолютно. Давайте-ка займемся вот этим. Колонии Германии. Война химиков. Начинают ребята использовать газ. Это мы, конечно, осуждаем, но что поделать. На Восточном фронте, кстати говоря, ситуация похуже намного. Россия очень плохо держится. Возможно, мне придется свою вот эту армию направить именно в Россию. Посмотрим. Ну, слушайте, поддержка с воздуха работает. Производство в воздухе работает. Единственное, мы здесь не успели нормально окопаться. Из-за этого, возможно, нас оттуда выбьют. Здесь вот тоже наши войска в некоторой опасности, но вроде нормально. Фронт стабилен. Нестабильный фронт только в России. Ну, Германия этими наступлениями очень-очень много потерь несет. Эта армия вообще полностью освободилась, потому что этот фронт полностью закрыт. А еще я вижу, что у нас есть право на поход через Персию, что означает, что мы можем без проблем, по идее, отправить войска через Персию в Россию. Давайте так и сделаем, по крайней мере, вот такое мы попробуем рисовать. Сейчас посмотрим, как они будут туда пытаться ехать. Ага, они вообще через... Слушайте, это тоже вполне себе вариант. И временное затишье, поэтому мы здесь окапываемся. Отлично. Железноводская перемирие наступает. Выборы правительства лишилось доверия. А можем, да, дать чуть-чуть побольше этим ребятам популярности, а все равно они не перебьют нашу. Также я исследовал бронепоезд, чтобы исследовать вот это вот мега-чудо-машину. Ее мы тоже построим. Там, кстати говоря, как-то очень странный был Балканский мир, видимо, не по скриптам, потому что получилось вот такое вот отвратительное чудо. У нас есть три Болгарии. Сербская, румынская и греческая. Ладно. И с Албанией тоже что-то странное. Можем попробовать также напасть. Но что тут по укрепленности? Да, 120%. Немцы уже поняли, как работают укрепления. Мы, кстати говоря, еще пока нет, но ничего. Скоро узнаем. А вот и наша армия сюда прибыла. Кстати говоря, немец что-то здесь с армиями очень странное начал чудить. Здесь просто пропала армия немца. И очень резко они отсюда побежали туда. А, походу, куда нам их направить? В Австро-Венгрию? Из-за того, что она проигрывает, наверное. Или иначе, Россия этим воспользовалась очень активно. Вот опять, только что они здесь были. Их здесь нету. Происходит что-то очень-очень странное. Сразу сделаем, кстати говоря, претензии на то, что нам надо. Можно, кстати говоря, контратаку провести, но контратака у нас будет проводиться, когда у нас будет побольше танков. Ну и вот, Германия поставила войска обратно и начала пробиваться. Молодцы. Мы, кстати говоря, можем воспользоваться данным моментом и... Нет, не пробьем их, там много защиты. Но вот сюда куда-то помочь им немножко можем. И... Нет, втопили два корабля. Ладно. Короче, наши войска здесь готовы. Да. Призываем всех войну на всякий случай заново. И мы готовы наступать везде. Ну, кстати говоря, можем разделить Персию. Давайте так и сделаем. Ну и вот эту армию, которая у нас здесь стояла, ждала. Куда? Отправляем, наверное, вот сюда. Также укрепить фронт восточный. И первые две танковые дивизии уже готовы. Отправляем в Лондон. И начинаем их тренировать. Нужно, чтобы они показали максимум своей мощи. И вот этот генерал, который уже имеет танковый перк, непонятно откуда, но имеет, что бухтеть-то. Он нас будет ими командовать. Вообще без проблем мы начинаем здесь пропушивать османа. С этой стороны аналогично, делаем здесь также окружение некоторое. Османом мы разберемся очень быстро. И да, здесь переходит немец в контратаку полноценную, здесь скоро войска будут сместены. Но бравые британцы уже стоят на позициях и уже... Крепляются под новой доктриной. Прекрасно. Для того я мог бы уже отправить авиацию на помощь нашим союзникам. И я так и сделаю. А, в Дервиши восстали где-то там у нас. А, это где? Позвольте мне узнать. Это вот здесь. Да, справимся, не волнуемся. Немецкий флот, некогда пытавшийся с нами как-то спаривать море, там гонка вооружения, да... Теперь просто практически не существует, австро-венгерский и не существовал, как и в принципе османский. Так что Британия правит морями без вообще сопротивления какого-то. И посмотрите, господи, на то, что здесь происходит. Мне кажется, оно не должно так работать. Что-то в этом моде однозначно сломалось.
Кстати говоря, как раз недавно было обновление про Балканы, видимо, насрали неплохо так. А вот и лондонский сигаретный договор, теперь больше проблем у Австро-Венгрии, но они как будто к этому немножко готовы, так что ладно. И я решил стратегическими бомбардировками бомбить именно промышленность теперь все-таки, чтобы добить, додушить полностью немцев. Я не знаю, кто такой Луи, но мы увольняем Луи, потому что это дает нам поддержку войны и стабильность. Ладно. Мы можем потребовать еще кучу тут ребят помочь нам в войне. И почему бы это не сделать, да? Тут мы уже погружали немножко войска осман. Эти ребята все никак не хотят зайти ни в какую войну. Нормальный протекторат. Ладно, тогда мы отсюда вас забираем вот сюда. Видно, там вы ничего не сделаете. Король сдается. Прекрасно. Немец опять уводит. Ну, нет, ну что сломано в яишке. Это просто, ну вот куда он сейчас дивизии повел? Я не буду этим пользоваться, потому что это совсем смешно, но что это такое? У него что-то очень-очень сломано явно. Вот, кстати говоря, мы можем прокачать еще нашу стратегическую бомбардировку. Я ради этого только прошел в первую доктрину, как говорится. И наши бомбардировки Германии должны еще больше начинать дамажить их. У нас новая пехотка. Пожалуй, поменять... Ладно, небольшой смысл есть. Обновляем с новым концерном. У нас запасы еще 28 тысяч. Я думаю, успеет набрать эффективность. Нормально. Япония приходит в Антанту. И, по идее, Португалия должна туда же пойти. У нас уже 4 танковые дивизии, 2 из которых регулярные. У нас огромное преимущество в авиации. Я думаю, наступает время нам готовить наступление. Как минимум, нужно выбить немцев из Бельгии и из Люксембурга. Значит, наши танки направляются на фронт. И, наверное, вот это отсюда будут наступать. Бля, ну это не смешно. Ну почему? Россия сейчас возьмет Берлин просто потому, что немцы его отдадут. Ну и давайте попробуем. Здесь, кстати говоря, есть железнодорожное орудие французов. Наше еще не готово, но французское уже есть. И да, нашей атаки хватает, чтобы прорывать линии немцев вообще без проблем. Это я чувствую начало... Так. Не очень понятно, куда можно было атаковать. В том случае, это начало невероятного прорыва. И можно атаковать вот так, и они просто не будут успевать реинфорситься. Сейчас мы танками движем недвигаемый фронт просто. И... Здесь, пожалуй, стоит нашей пехотой подблокировать просто немножко, чтобы они не забежали. Прекрасно, вот и невероятно быстрое окружение нашими невероятно медленными танками. Теперь для упрощения, сами будем сейчас атаковать танками здесь. Они моментально выбивают из-за своего урона щитка и критов. Я могу сказать, это начало гигантского контрнаступления, Германия подавлена в воздухе, на море. Немецкие генералы еще начинают принимать непонятно что и периодически вводят свои дивизии с фронта. А значит, и мы точно победим. Но закончим мы уже войну. Наше контрнаступление начнется в следующей серии. Возьмем еще под это наш бафчик у нас есть это. Я думаю, уж под таким бафом-то точно мы просто пронесем немцев. С вами был ТопГай. Обязательно подписывайтесь, лайк, комментарий, твич, скоро бустя. Все, ребят, как обычно. И до скорых встреч. Всем пока.